В Житомирской области на трассе Житомир-Черновцы автомобиль BMW влетел в микроавтобус Volkswagen, после чего загорелся. Автобус маршрута Киев-Хмельницкий двигался в направлении Житомира. Сообщение ДТП поступило к правоохранителям 9 августа, сообщает пресс-служба нацполиции Житомирщина. По информации правоохранителей, в результате ДТП в больнице для обследования доставили 24 человека. 12 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Предварительно установлено, что 25-летний водитель BMW, двигаясь в направлении Житомира при обгоне, выехал на обочину дороги, где потерял управление. В результате BMW выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом Volkswagen.